дорогие наши любимые женщины. Вы знаете, вот когда начинаешь говорить о женщинах, сердце начинает биться чаще. У тебя, да? Ты точно знаешь, но мы же обращаемся не только к мамам. Мы обращаемся и к мамам, и к бабушкам, и вообще к нашим всем замечательным читательницам. К тетям и к маленьким замечательным девчонкам. Девчонки, мамы, бабушки, сестры, ну и вообще ребята. Поздравляем вас с замечательным, самым прекрасным праздником весны, праздником 8 марта. Праздником любви, праздником хорошего настроения, праздником красоты, если хотите. И праздником красоты, конечно. Так что здоровья вам, улыбок, побольше солнца. И самое главное, чистого, светлого неба над головой. И самое главное скажу вам я, пускай исполнится самые-самые ваши заветные женские, девичьи желания, которых никто не знает, о которых знает только вы. Пускай они исполняются. С праздником вас. Привет. Мир прекрасен, если я пою.